Привет. Я негаданно, нежданно, наверное, просто так решила сюда зайти, потому что мне делать нечего, малыш спит, а мужа пока жду с работы. Почему бы и нет? Давно с вами не виделись, не общались. Привет, привет, привет. И я очень рада. Как ваш день прошел? Расскажите, что у вас интересного, что в Минске интересного, или вообще откуда вы вообще здесь? Напишите. Минск или другие города. Что-нибудь, Вика, расскажи. Они вам мешают? Ну, пускай будут. Спасибо большое. Расскажи что-нибудь. Давайте что-нибудь расскажу, чтобы вам было интересно. Привет. На какую тему хотите поболтать? Может быть, про уход какой-нибудь давайте поговорим. Ой, с Таллина, привет, Таллин. О, Жодина, класс. О, как приятно, спасибо. Луковыск, привет. Как обычно мой день проходит. Ну, так как я мама в декрете. Окей, все, значит, я поняла. О, Париж, офигеть, я хочу в Париж, привет, Париж. Альшаны, привет. Так, летом на отдых не собираемся. Так, раз уже мамская тема затронута, давайте уже, значит, на эту тему будем разговаривать. Как проходит обычно мой день? Ну, в основном у нас что-то на день уже запланировано, там, за неделю вперед, потому что там какие-то встречи по работе, нужно, ну, планировать передвижение по городу. Обычно мы... Нью-Йорк, серьезно? Привет! Спасибо большое. Так вот, у нас обычно мы мотаемся по городу как сумасшедшие из одного конца в другой, потому что у меня встречи, то у Сережи встречи, то еще что-нибудь, и надо что-то забрать. То ли отвезти, то ли где-то встретиться просто там, даже с друзьями, не по делу, не деловые встречи. Ай, спасибо большое. Так вот, у нас все всегда распланировано, всегда у нас есть такой определенный тайминг. В календаре у нас всегда отмечены наши дела, кто куда, во сколько должен поехать. И вот если какая-то встреча у меня назначена, значит, Сережа на это время не назначает себе ничего. Так, плохих мы будем сразу же блокировать. Вот. А если у Сережи что-то назначено, то значит я ничего не планирую, потому что мы должны подменяться с малышом вместо нянек. Спасибо большое. Спасибо. Маска мешает. Ладно, давайте я отключу эту маску. Прошу прощения. Вот, все. Скрыла маску. Привет, привет. Вот, из чего наш день состоит? Ну, это какие-то домашние дела обязательно, готовка, где-то маломальски убираться, это, конечно, тоже надо. Я не делаю, честно, вот каждый день такую основательную уборку, чтобы каждый день... Нет, я не планирую. Каждый день я полы не намываю. То есть, ну, нет такого у меня загона. Ну, какая-то уборка маломальски обязательно есть. Готовка. Если, да, бывает такое, что мы целый день в городе, значит, мы кушаем в городе где-то, перехватываем что-нибудь. Вот, по поводу еще каких-то дел. Ну, я же еще раз говорю, что раз я в декрете, какие у меня еще дела могут быть? То есть я или дома, Сережа по работе, например, а я дома с малышом занимаюсь, у нас какие-то занятия есть с ребенком, или гуляем на улице. А вот, или мы в городе, мотаемся по делам. Такие дела у нас. Так. Привет. Так, как у вас малыш ладит с котейкой? У нас вообще в этом плане все в порядке, спокойно, потому что у нас кот
такой весь лентяй, и вообще ему ничего не надо в этой жизни, кроме покушать и поспать. Раньше Лёва, когда пытался с ним знакомиться, когда им, например, месяцев 6, да, уже, там, или попозже, когда уже пополз, там, месяцев 8, у нас или 9 пополз только, вот, он начал его там чуть подёргивать, да, за хвост, то кот у нас очень был терпеливый, он его вообще не трогал и терпел до последнего. Хотя наш кот очень своенравный, и когда ему человек какой-нибудь не нравится, там новый, он шипит, там рычит, и вообще он такой агрессивный становится. А на ребенка вот он вообще спокойно реагирует. Я чувствую, что я вообще слово очень часто употребляю, прошу прощения. Вот, а сейчас Лёва понимает, что никакой реакции от кота не дождешься, и он валяется себе, как и валялся, и он его только гладит. Он знает, что его можно пожалеть, он так подходит к нему головой, притыкается, говорит, он так жалеется. Он всех так жалеет или гладит. Вот. Сохраните эфир. Не, посмотрим, если будет какой-то полезный эфир, то сохраню. Если не очень, то смысл. Так. Так, про няню сказала, уже не собираемся. Так, очень плохо мне видно текст. Сейчас на темные волосы, а то все сливается. Малыш похож на мужа. Кстати, тут все разделились на два лагеря. Кто-то говорит, что похож на мужа, а кто-то говорит, что похож на мою маму. Мама моя говорит, а в каком месте он на меня похож, когда он весь Сережа? Ну, на самом деле, если смотреть Сережины маленькие фотографии, там, где Сережа в таком возрасте или даже чуть-чуть старше, то это копия вообще Сережи. Ну, может быть, он немножко милее Сережи там. Ну, понятно, какие-то уже смесь пошла. Ну, вообще он вот прям Сережа. Спасибо большое. Так, я сейчас почитаю, что вы мне пишете. У меня свои волосы, конечно же. Я их вообще никогда не обрезала в своей жизни. И они у меня свои. Сами вьются. И я просто в последнее время стала очень часто или там плойку крутить, или вытягивать волосы. Мне кажется, я так более ухоженно, что ли, выгляжу. Потому что мои уже завиваются не так, как раньше. Как с нулю приучали кушать кусочками пищу? Вот не было у нас такого, чтобы вот мы прямо его приучали. Ну, как-то само собой получилось. Он на самом деле, ну, и сейчас не все там прям хочет кушать. Например, суп я ему еще все-таки блендером измельчаю. Он, ну, иногда может отказываться, если там картошка какая-нибудь попадется. А иногда он все ест, ну, то есть и огурцы же он ест, там жует все, там яблоки, оно же все твердое, он все жует. То есть, ну, он, у него под настроение, что ли. Так, про памперсы не, у нас еще не спрашивайте, потому что мы еще в памперсы ходим. Чем собираемся? Вот. Так что дела у меня хватит. Так, кота не покупали, Сережа когда-то еще подарили этого котика нашего. Так, да, до 9 лет я работала учителем, у меня была отработка после университета, я преподавала английский и немецкий. Как там твой спорт по питанию? Ой, ребята, не спрашивайте, тяжелая тема, я вот сегодня ужинала клубникой и черешней, я типа надеюсь еще похудеть, но я забросила, вот честно, вот каюсь, но я забросила. Так, волосы у меня сейчас волнистые, мне вообще они только приехали, я на пятницу записана, я уже, конечно, так облезла, такая курочка, хожу с этими ресницами, но я нашла выход, то есть если у вас какая-то, ну, какое-то мероприятие запланировано, например, то вы покупаете пучки, клей для ресниц и бабахаете себе на ресницы, и это реально спасает, ну, если у вас безвыходное положение, плюс стрелочки нарисовали, и все красивое ушло. Вот, еще один лайфхак. Так, какой уход за волосами? Девочки, вообще вот по волосам я сильно не заморачиваюсь. У меня вот есть шампунь, есть бальзам, причем, ну, разные маски есть. И я вот чередую, ну вот просто вот как мне захочется, и все. Спасибо.
Взгляд иногда, всякие комментаторы странные, ну а так все в порядке. Пошучу. Что на них злиться? Так, что за кулончик на вас очень со вкусом? Спасибо большое. Это, кстати, очень сейчас популярно в интернете, вот эти... Ой, как это называется, я не помню. Ну, это он на леске вообще, он такой невидимый. Помните, был сериал «Клон»? Так вот, еще тогда в детстве я заприметила, там у одной из героинь в этом фильме была такая штучка, вот здесь во впадинке. Я всегда смотрела, и тоже на леске была. И я такая всегда смотрела и думала, блин, как классно. Это в детстве еще было. А сейчас вот это стало, ну, модным. И я вот зиму ношу вот эту штучку. Я где-то в России заказывала. Мне приходила посылочка. И, к сожалению, меня миллион людей уже спросило, где вот такое вот найти, но уже удалена та страничка, тот магазин. Я бы с удовольствием, ребятки, но, ну, она удалена. Но мне сейчас вот писали девочки, недавно сториз говорила, что я не знаю, где такое найти. Говорили, что сейчас их завозят. Посмотрите в торговых центрах на Островках, там, где Сваровский, например, продают. У меня на серебре вот этот циркон. Я опять появилась. Да, что-то интернет тормозит, я прошу прощения. Сейчас, подожди. Я проверяла, может быть, у меня сотовая связь включена, ну, в плане 3G, может быть, поэтому перебивает. Нет, все в порядке. Вот, поэтому, девочки, поищите. Не знаю, чем вам помочь. Потому что их уже много. Ну, как-то уже смысла считать. Блин, висит, я вижу, только сейчас вижу, что висит. Здравствуйте, скажите, вот сейчас как связь? Если и сейчас плохо, то я сейчас перезапущу.